Казахи – законодатели моды на земле. Казахская культура и специфический быт были вдохновением для мировых дизайнеров. Главные дома мод опирались в своих шедеврах на казахские идеи. И это факт. Вот, к примеру, дизайнеры британского бренда использовали священный шанырак как источник вдохновения для создания культового принта Burberry. А вот французские исследователи в казахских степях обнаружили наскальный рисунок, на котором изображен логотип Hermès. В недавних археологических раскопках были найдены древнетюркские письмена, которые могут объяснить происхождение Fendi. Вы думаете, что Шанель появился сам по себе? Нет-нет, это все благодаря казахским женщинам, которые еще с древности носили стильные украшения. Луи Виттон, чтобы сделать свои изделия более привлекательными, взял за основу казахские узоры. Ведь только казахские орнаменты могут отобразить настоящее модное чудо. А Dolce & Gabbana на самом деле был придуман двумя казахскими джигитами – Даутом и Габитом. Даут и Габит любили своих жен и вообще не обращали внимания друг на друга. Юрта для казахов – это дом. И, как вы уже поняли, самый модный дом 2023 года – это дом казахов. Теперь вы понимаете, вся мировая мода произошла от прекрасного казахского народа.